Задача пятая и последняя в этом квалификационном раунде Е под названием «Помехи». Что мне было дано? В ней было дано, что мы посылаем какое-то сообщение М большое, хэшируем его и посылаем другу. Он получает на своем месте, значит, маленькое М и хэш. То есть хэш к нам доходит без проблем, а маленькое доходит M от маленького, там какие-то помехи случаются в сообщении. Вот. Значит, краткое решение этой задачи. Meet in the middle. Вот краткое решение задачи. Кто уже понял, может дальше даже не смотреть. Я думаю, все молодцы. Вот. Сейчас объясню, как, собственно говоря, это работает. Давайте возьмем наше сообщение M. Представим его в битовой записи. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Разобьем его ровно на две части. Ну, здесь будет не совсем на две, иногда они бывают нечетные, но, допустим, на две части. Давайте поменяем всевозможные вариации, то есть здесь максимум 17, и здесь. То есть вот здесь максимум 17, и вот здесь максимум 17. Что мы сделали? Давайте поменяем вот здесь все возможные варианты полученных битов, то есть вот здесь получим порядка 2 в 17 вариантов, и посчитаем для них хэши. New hashes. И здесь тоже порядка 2 в 17. Как сиквел new hashes 2. Вот. Если у нас с одинаковыми хэшами на самом деле здесь получается, то тогда берем тот, в котором минимальное число изменений мы сделали. Что мы дальше делаем? Мы знаем хэш у каждого здесь, хэш у каждого вот здесь. Давайте пройдемся по всем элементам здесь. Пусть будет. Вот мы сейчас получили элемент h большое. And h, и у него было изменение, это как бы маска. То есть что, какой бит мы изменили? И маска. Вот. Что мы пытаемся делать? Мы пытаемся найти в нее хэш 2 h минус h. По модулю там 2, 3, 9. Нет, там не 2, 3, 9. По модулю 10 в 9. По модулю 10 в 9 плюс 7. Ну, понятно, положительный. Если мы находим, значит, тогда в сумме вот эта маска и маска, которая соответствует вот здесь, за нее маск 2, они как раз нам и дают маск и маск 2, дают те биты, которые нужно поменять, чтобы получить из M хэш h. Вот. Собственно говоря, за сколько же это работает? Работает все достаточно быстро, потому что мы взяли 2 в 17, здесь операции провели, здесь провели тоже 2 в 17 операции, получили 2 в 17 хэшей, проверили. То есть получилось, что у нас каждый тест работает за... Собрать 2 в 17, то есть получается каждая такая проверка 2 в 17. Правда ли, что вот этот хэш хороший? Вот. Ну понятно, из них мы выбираем минимум. Из этого
наших вот в каждой части будет работать меньше броня 2 в 17, ну, умножить на 10, это вполне влезает в наше ограничение. Вот и все. Это была последняя задача. Всем спасибо, ставить лайки. Как? Так, нет? Лайки. Короче, вот где-то вот здесь. Как там говорят? Короче, всем чмоки. Все. Не, ну так тоже нехорошо. Ладно, все. Все, кто пошли, все молодцы. Все, кто не пошли, все тоже молодцы. Спасибо, что... Спасибо за участие.